Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Гриб Мацутака, название которого с японского языка переводится как «сосновый гриб», произрастает преимущественно на территории Азии, в Китае и Японии, Северной Америке и Северной Европы. Произрастает около подножия деревьев, часто прячется под опавшими листьями. Характерной особенностью гриба Мацутака является его симбиоз с корнями мощных деревьев, произрастающих на определенных территориях. Плодоношение Мацутака начинается в сентябре и продолжается до октября. Мацутака является микорис-образователем дуба и сосны, встречается в дубово-сосновых и просто сосновых лесах. Мацутака имеет плодовое тело со шляпкой и ножкой. Его мякоть по цвету, белая, характеризуется приятным пряным ароматом, похожим на запах корицы. Шляпка имеет коричневый цвет, ножка толстая и плотная, длина от 9 до 25 см. Гриб Мацутака съедобен, причем употреблять его можно в любом виде, как в сыром, так и в отварном, тушеном или жареном.